Всем привет, меня зовут Юлия, и я живу в Анталии. Сейчас я приехала, угадайте, куда. Я сейчас покажу здание, возможно, кто-то напишет в комментариях, куда мы попали с вами. Вот такое красивое здание. Я уверена, что многие здесь были. Но тяжело, конечно, так угадать. Сейчас еще немножко покажу. Много машин, автобусы. Видите, все заполнено, я представляю. Я не могу описать вам, насколько я счастлива, что сегодня попала сюда. Это меня пригласили, вы уже догадались. Короче, думайте, думайте, пишите, куда. Людей, смотрите, много, это уже с автобусов пошли, видимо. 29-й международный фестиваль оперы и балета в Аспендосе. Да, это Аспендос. Старый, есть новый, где проходит шоу, а это как раз таки старый, античный. Если вот туда пойти, там целая территория, можно тоже погулять, посмотреть, но мы как-то поздно приехали, пока покушали, пока то все, уже все. Но вы обязательно, когда будете ехать в Аспендос, то зайдите. У меня отдельное есть видео на канале, мне кажется, в плейлисте Алании достопримечательности, потому что это по дороге в Аланию. Очень классное это место, не только амфитеатр красивый, но и там территория еще, и много таких как бы раскопок, и вообще просто постоять на холме, мне понравилось. Короче. Здесь есть кафешки, вот смотрите, с 10 сентября, 14, 17, 21, вот это все были разные представления, и сегодня гала-концерт. Потихонечку, потихонечку все поднимаются, очень уж потихонечку. Говорю, если бы открыли центральный, возможно, быстрее бы дошли все. А так, ну, прям просто стоим на месте. Вот, смотрите, сцена уже готова, естественно, музыканты. Люди потихоньку собираются. Вы знаете, я думала, что больше амфитеатр. Вот столько поднимались, такое чувство, что мы к небу уже поднялись. Я шучу, конечно. Ну, классно. Красиво. Подсветочку сделали. Видно, где был ремонт. Мы сейчас идем наверх, смотрите, какая красота. Вообще. Вообще, на минуточку так остановиться. Очень красивый амфитеатр. Я понимаю, что сейчас намного больше в архитектуре добавляют всего-всего. Но вот здесь вот эта история, и ты так смотришь, и так наполняешься. Такое чудное, какая-то настрой такой идет. Да, мы на гала-концерте в амфитеатре, представляете? Я такая счастливая. Первый раз за столько лет в Турции, первый раз попала на гала-концерт. Спасибо моему знакомому, что пригласил. Вот, и будем сегодня смотреть это чудное-чудное действие. Мне очень нравится вот этот проход. Вообще идешь такой, как будто какой-то замок. Красиво. И тут раз, и выходишь с ворот замка, и такой подножье твоих ног. Та-дам! Белкис подарил. Кто построил Аспендос? Юля, забыла. Строили для того, чтобы завоевать сердце Белкис. Один построил Аспендос, а второй построил Цукемери. То есть такое, чтобы вода подавалась в город. И выиграл, конечно же, тот, кто построил Аспендос, руку и сердце Белкис. Сейчас будет начинаться сказка. Я уверена, что будет очень красивая мелодия. И мы все будем очаровательным настроением. Видите, вот такие квадратики продают за 3 евро. 50? Лир сказали, а другие сказали 15, а девочки сказали 3 евро. Просто чтобы не на камне сидеть. Поэтому, конечно, когда едете в амфитеатр, любой, берите что-то под куклу. Мой знакомый взял, и плюс я еще кофту взяла, то есть там нормально. Но я слышала такое, что надо брать. Oh!
почти весь зал был занят. Вверху немножечко не было людей, а так, конечно, все здесь занято было. Красиво пели. Что я вам скажу, лично мое мнение, да, лично мое. Я немножечко так закимарила, потому что все медленное. Из-за того, что далеко очень артисты, ты вот эту энергетику слышно хорошо, акустика прекрасна. Но вот это то, что они передают, ну, невозможно ухватить. Ну, мне. Но зато в конце две таких, знаете, быстрых мелодии, таких прям ух, и ты прям ух. Ну, то есть я бы, если бы было немножечко побыстрее репертуар, больше бы обрадовалась. А так, конечно, красиво пели. Даже, ну, это спорить невозможно. Профессионалы, все. И там, я даже не знаю, ли микрофон был. Мне кажется, даже микрофона не было. Настолько хорошая акустика. Но я говорю, я когда-то записывала здесь, девочка стала в центре, она пела, я была на самом верху, было очень хорошо слышно. Ну, то есть, поэтому амфитеатры так и строили, чтобы было слышно. И я уже, мы выходим, и бабушки такие сидят, а балет будет или нет? Я, кстати, тоже подумала, что будет балет, но когда я увидела вот всю аппаратуру я на сцене, я поняла, что балета не будет. Но написано же фестиваль оперы и балета, вот. Поэтому как бы мы надеялись. Очень маленькие ступеньки, очень опасно сходить. Поэтому я так, знаете, смотрю под ноги иногда, чтобы не шлепнуться. Юля может. Юля может. Так что говорю, ну. Но красиво было наблюдать на небе звезды. Одна такая сияла прям. Да. Но луны не было. Не помню луна. Все фотографируются, все счастливы. Очень много людей с отеля поприезжало, конечно, туры продавали. И им не сказали, что надо что-то взять под попу. Ну, за 3 евро такие коврички, это, конечно, ну, дорого, скажем так. А, здесь, например, видите, есть. Ну, видно, потому что дороже места, то уже были такие. Ну, матрасики или что это? От банка. Сейчас проходим в магазин. Вот такие. Чашки. Сколько здесь такие, например, чашки? 173 лиры. Ну, они, конечно, вообще... Я знаю, что по 100 продают, ну, в туристических местах. Но тут, походу, пошли дальше. Магнитики. Сплендос. Стаканчики. Мылка. Ну, то есть ничего такого, в принципе. Чисто... Так, 104 вот такие, например, да? Что-то такое. 70. Аспендас брелок 70. Такая сумочка 165, точно такую же я купила за 15. Тоже написано Туркия. Ну, в обычном магазине. Ой, я так люблю эти карандаши. Я когда где-то уже видела. Не знаю почему, но... Ой, смотрите, такие есть. Это, наверное, всех. Это стирачка, наверное. Такие карандаши. Это блестит все. А, тут есть цена. Ну, не видно. А вот это что? Тоже, наверное, стирачка. Кло, это с запахом. Не очень тут запах, я слышу. Коробочки. Стаканчики, скульптуры на память. Даже не знаю, например. Это в нашем музее стоит он, археологическом. 500-600 лир. Слушайте. 600 лир. Идите в музей, посмотрите. Вот, вот этот музей археологии, как бы основная скульптура, вот эта танцовщица. Да, ее собирали с очень много деталей. 640. Красивый музей. Просто походите, насладитесь. Ну, это дорого, конечно, очень дорого. Про Спиндос, про Сиде можно почитать все. Святой Николай. Мне на канале очень многое рассказываю. Вычитывала, высматривала самую интересную информацию, так что заходите в плейлисты о достопримечательностях. Спасибо им, что дали поснимать, потому что иногда вот в таких магазинчиках не дают снимать. Ну, концерт был час. Ну, может, час 05, вот так. Вы знаете, очень удобно, когда на остановках вот можно Starbucks кофе взять, не надо никуда заезжать. Зашел себе в туалет, взял кофе и поехал дальше.
мы туда ехали, простой обычный кофе, 10 лир стаканчик, вот такой, ну, здесь такого нет, то есть больше, чем вот этот, и меньше, чем вот этот. Такое вкусное кофе, вообще обалдеть. Сейчас я мороженое захотела. Вот эта остановка ОПЭТ, покажу вам, самые чистые туалеты, ну, то есть, чуть ли не в мире самые чистые, да. Вот эта остановка, будете знать, ОПЭТ.